На подготовительном факультете для иностранных учащихся Казанского университета прошел второй этап Олимпиады для иностранных учащихся подфаков образовательных организаций высшего образования России. Смотрим. Казанский университет проводит такого рода мероприятия каждый год, и они направлены на разные виды речевой деятельности. Иногда это письменная речь, иногда устная. В этом году Олимпиада посвящена устному виду деятельности. Студенты соревновались в своем умении правильно и интересно разговаривать и принимать участие в дискуссии. Первый этап он проходил онлайн, получается дистанционно. Студенты посылали свои видеоролики, в которых они представляли себя, и потом уже жюри отбирала лучших. Если вы набрали более 75% по своей оценке, то вы проходили бы второй этап. Стоит отметить, что в этом году увеличилось количество участников Олимпиады. Были поданы заявления от 182 обучающихся из 22 образовательных организаций высшего образования России. Особенность нашей Олимпиады в том, что мы проводим не только Олимпиаду по русскому языку для учащихся подготовительных отделений российских вузов, но также по предметам специализации. То есть наши слушатели могут попробовать свои силы не только в русском языке, но и в химии, биологии, физике, математике, истории России и обществознания. Олимпиада проводится с целью повышения качества подготовки специалистов, развития творческих способностей учащихся. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.